этого телепроекта. Образы, которые возникали благодаря его невероятному мастерству, просто захватывали дух. Особенно потрясла всех ария мистера Икс, в которой Филипп показал себя непревзойденным мастером. Король отечественной поп-сцены, народный артист России и Украины Филипп Киркоров. Миллионы тебя любят, твое искусство, тебя. Ты как солнце выходишь на сцену, ты радость приносишь людям уже своим появлением. В одном из интервью Филипп Киркоров признался нам, что его успех – результат колоссального труда и, главное, грамотного подбора репертуара. Из скромности Филипп почему-то не упомянул про талант, но мы, конечно, это сделаем за него. Талант Филиппа заключен не только в голосе, но и в умении любую композицию, будь то классическая ария или цыганская песня, превратить в музыкально-танцевально-фантастическую феерию. Его амплуа на призраки оперы – загадочные и колоритные персонажи. В первом выпуске Филипп даже превращался в птицу. Конечно, не обошлось без мистера Икс и самого настоящего фантома оперы. Была вот эта магия, было заклинание, была тайна. Вот он каждый раз что-то вдруг такое приоткроет, такое отчебучит. Ты дал надежду на то, что нету конца прекрасному. Любовь Казарновская назвала его выступления достойными золотых страниц мировой эстрады. По результатам голосования нашего компетентного жюри, наибольшее количество баллов в проекте получил Филипп Киркоров. Ну, безусловно, за эти 3 месяца я подучился. Какие-то слова Любовь Юрьевна Казарновская мне очень так направляла правильно. Зураб Лаврентич. Я все замечания учел, и, между прочим, сегодня я не буду петь, как Любовь Юрьевна мне сделала замечание, тогда «Снова туда, где море огней». Я буду петь, как она мне посоветовала. Сегодня вот обратите внимание. Yeah.
высот. Никто не знает, как мой путь одинок. Сквозь ночь и ветер мне идти суждено. Нигде не светит мне родное окно. Устал я греться у чужого огня. Но где же сердце, что полюбит меня? Браво! Я с сожалением поздравляю, что этот проект оканчивается. Какие впечатления, какие эмоции в финале нашего проекта? Море эмоций, буря восторга, который разделяли мы со зрителем, исполняя вот эти потрясающие арии, произведения музыкальной культуры, классики. Иногда удачные, да, может, менее удачные, но от души, от сердца. Поэтому не судите строго за то, что мы делали. Прикоснулись к тому, к чему, в принципе, последние 25 лет я не прикасался, хотя начинал свой творческий путь в училище Гнесинском, именно исполняя вот таким вот вокалом те произведения, которые сегодня, ну, некоторые из них, хотя нет, вру, я же пошел по чесноку, то есть я вот из всего того, что пел в этом проекте, я ни разу не исполнял. Ни разу? Ни разу. И Мистер Икс? И Мистер Икс ни разу. Ни разу, да. Вот и поэтому для меня это был эксперимент, это был честный эксперимент. Я рад, что я его прошел и. Ну, может быть, теперь что-то в репертуар перейдет? Ну, я бы не отказался от, например, дуэта с отцом, который мы спели «Мама». Это было блестяще. И думаю, что на его юбилей, на его 80-летие мы обязательно это исполним. Да и чего греха таить? У меня в следующем году тоже юбилей. Почему бы нет? Не исполнить? Да. Да, да, Антон, да. Не будем и называть эту цифру, но она таки грядет. Спасибо огромное, поздравляю еще раз. И дай Бог нам как можно больше наслаждаться этим действительно высоким искусством. Спасибо, спасибо за эту радость разделения восторга. Спасибо.